Все это сказано здесь. Вы не хотите быть счастливым? Счастливым? Вы что-то имеете против счастья? Господи, помоги. Что, я открыл банку с пауками? Что вы имеете против счастья? Это противоречит обстоятельствам. Вашим обстоятельствам, да. Счастье. Что, его не существует? Ни для кого. Нет. Как мы довели себя до такого? Мы рождены такими страданиями, и человеческая судьба одно и то же. Это синонимы. Мы не говорим о страдании, мы говорим о счастье. Нельзя быть счастливым, если вам больно. Почему? Это бессмысленно. Какое жестокое мнение профессора. Проповедник упал, схватился за сердце, глаза закатились. Подождите, подождите, люди. Проповедник моргает. Он снова с нами. Он снова с нами. Суть в том, профессор, что если вы не страдали, как же вы распознаете счастье в сравнении с чем? У вас здесь нет чего-нибудь выпить.